Сейчас вот интересная тема возникла. Это музей Гагарина. Вчера я вдруг увидел в Твиттере, что кто-то сделал ссылку, и я так понимаю, все уже пошли по этой ссылке, потому что всех очень сильно удивило. Вот видите, это, значит, страничка, сайт музея Гагарина, и посмотрите, какой новый логотип там появился. Вот я вам близко его покажу сейчас. Вот, видите, это оказывается музей Гагарина, вот эти вот церкви какие-то и прочее, прочее. То есть без церквей, ну никак, просто Гагарин бы не улетел в космос, обязательно должны быть попы. Вот представляете, они везде лезут, эти попы, даже там, где им просто и нет места, и быть не может. Пишет, ну да, по их мнению, Гагарин не в космос летал, а с колокольни прыгал. Да и совершенно это до фонаря, они просто все делают коммерцией, бизнесом, а религия – это самый лучший бизнес, вы же понимаете. Пишет, это просто дурной вкус дизайнера. Ну да, я думаю, что это не дурной вкус дизайнера, это специально вводится. В «Звездном городке» к 60-летию полета Гагарина будет проводиться крестный ход на парапланах. Это тоже дурной вкус? Нет. Эту тему пытаются сюда вывести, в эту сторону, в сторону Гундяева. Так что самый лучший вариант будет, когда возьмем власть, Гундяева со всей шоблой погрузить на космический корабль и отправить на орбиту. А почему нет? Они, видите, какие космонавты. Ну, пусть. Если Бог есть, то он смеется над ним, пишет. Если Бог есть, то он плачет, а не смеется, я думаю. Ну, надеюсь, по крайней мере, на это.